Ладно, скример, я надеюсь, что это игра не та игра, которая пугает громкими звуками. Потому что у меня всегда наушники полная громкость. Пожалуйста, не надо меня пугать, умоляю, не надо. Ай, да блять, сука, да ненавижу. Всем здорово, ребят, и это как там он, Фредбер and Friends Pre-Clocked, вот. Фредбер and Friends Pre-Clocked у нас с вами сегодня. Это 3D FNAF игра, решил я, захотел, короче, именно в 3D FNAF игру наконец-то поиграть. Вот, потому что что-то у нас одни 2D-шные, в последнее время идут какие-то такие на месте, где сидишь, а это, по-моему, где можно ходить. Вот, а еще я помню, что здесь должен быть скример, прям жесткий какой-то. Поэтому, я надеюсь, сейчас уберу кружку, и вы тоже берите кружку, не пейте, пока я не скажу. Вот. Потому что если скажу, то все, конец. Так, в общем, да, можем ходить. У нас тут улица, прям улица. Только я в окно посмотреть не могу. Ладно. Так, это что? Там что есть? Что это блестит? Это что? Это что? Ладно. Что я могу делать? В принципе-то и ничего. За этой дверью туда дышит. Что происходит? О, кружка. Кружка с чаем, наверное. Окей. Так, свет можно вырубить? Можно вырубать свет. Это опять игра, как в FNAF 4 ремейк, где мы типа сидим на месте, будем... О, не сидим на месте, а бегаем тут и где-то что-то там, да? Вы все прекрасно поняли. Вот мы прям фанат FNAF, а видно, что у нас, по-моему, дома даже плакаты есть. Вот, сейчас будет скринер, ребят, готовьтесь. По-моему, тут будет. Блядь, сука! Бля, нихуя, мне понравилось, ахо-хо, а можно еще? Слушай, бро, это что? А, погоди, у нас цифры 5. Не, погоди, мы реально фанат ФНАФа? Чё-то какие-то звуки странные. Это что? Там что-то светится. Просто погодите, это у нас 7? Погоди, он что-то есть, смотри. Правила Нина. Правила Нины. 7, 5, запоминайте, запоминай. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5. И что дальше? Почему у нас реально тут один ФНАФ? Погоди-ка, это не тот ФНАФ, в который мы играли, прикиньте, вот. Где еще Томас начал за нами бегать. Ну, Фредди со звуком Томаса. Сука, я ничего не вижу. Сука. Блять. Извините за мат. Пароль, взять дверь по лестницам. Что произошло? 7, 7. 5, 2, 5. Тогда не знаю. А я ничего не вижу. Может, когда свет можно вырубить, нет? Нет, погоди. Но нам же нужен фонарик, да, наверное, потому что там же не может быть так все темно. Почему так темно? Там опять тут опять кружка является. Вентилятор. Вентилятор нам нужен. Вот 5. Там 7 у нас в начале. Окей. Эту дверь-то можно открывать? Это можно. Отлично. Прекрасно. Где еще? А где еще код? Где еще один код? Это зарядка, резетка, в смысле? Где код-то, алло? Я вообще ничего не вижу. Охеренно. Так, 7-5-2. А значит ли это что-то вообще, нет? Просто последовательность. 7-5-2. Погнали на лестницу. А нет, погоди, вот я вижу. А там что? Скримак, да. Сука, блядь, закрой нахуй эту дверь. Сука, там аниматроник, я все слышал. Там аниматроник. Да и похуй, короче. А, да? Может, ты закроешь дверь? Нет, все равно. Как бы все равно не очень классно. 7. Да что везде какие-то звуки странные. 7-5-2. 7-5-2-3. Погоди, холодильник его. Ладно, он не открывается. 7-5-2-3. 7-5-2-3. Смотрите, общество, профессионал, 7, 5, 2, 3. Изи. Еще, он пропал? А я не хочу проверять. Ладно, давайте проверим. Сука. Ладно, скример, я надеюсь, что это игра не та игра, которая пугает громкими звуками. Потому что у меня всегда наушники полная громкость. Пожалуйста, не надо меня пугать, умоляю, не надо. Ай, да блять, сука, да ненавижу. Ну, да я не хочу в это играть, зачем я зашел? Играл бы себе спокойно в обычный FNAF, у меня даже фонарика нету. А потом прикиньте, он, оказывается, у меня есть фонарик.
Да я не хочу идти, я даже не знаю, что меня там ждет. Вот какая-то херня стоит. Почему я трясусь? Блядь, не хочу играть, народ, мне страшно. Я не хочу в это играть. Я сейчас иду. Потому что это как-то Джокер сейчас сзади нас какая-то херня будет бежать, где я. Почему все трясется? Что происходит? Ладно, я иду вперед, самое главное. Просто идти вперед. Желательно не оборачиваться, да? Я в своем доме. Закрой нахуй, закрой эту дверь. A sound coming for the doors. Идти куда? Может наоборот не идти? Блин, как это вы вырубите? Может я наоборот не идти там, где звуки? Ебать, сейчас ФНАФ на... Ты серьезно? У меня ФНАФ начинается? Это что вот? И что это? Это что? Температура. Там звуки. Что это за рычаг? Наоборот, ведь мы туда... Не идти туда, где звуки. Сука, блядь, где я? Да сука, я там слышу звуки все равно. Да не везде. Чё за херня, не понимаю, чё меня эта игра хочет. Может в окно просто спрыгивать, нет? Как вариант. Ой, ладно, вы сучки, сразу скажу. Это не про подписчиков. Бля, это тупик, что ли? А, да? А нахер я сюда пришел? Опять чай попить? А в чем прикол-то, я не понял. Чего опять от меня игра хочет? Это что? Что происходит? Свет теперь вырубить не могу. Может идти туда, где звук? Я не хочу туда идти, меня сейчас кремонет. Я ничего не вижу. Ничего не видно. Мне вообще ничего, что это? А, смотрите, тут, короче, дверь. А, это не дверь. Ой, короче. Там дым какой-то. Ладно, я открываю дверь. Ну да. Ну да, что вы хотели? Это конец игры? Может там сохранение будет какое-нибудь? Ты чё гонишь? Я за... Ты хочешь сказать, чтобы я с самого начала в это играл? Ты на рофле игра? Нет. Игра это прикол какой-то. Я сейчас буду идти подбирать себе, короче, приюшки классные. Прикиньте, вот будет прикол, если он здесь валяется. Игра-то такая логичная, все вещи подсвечивала, вот бац, и решил не подсвечивать. Это что? Это что? Там что-то есть? Я нихера не понимаю. Там дверь. А там-то что дверь делает? Я там еще какой-то звук, блядь, проиграл. Может я фонарик... Ой, заново. Блядь. Игра, ты вообще на рофле? Ты хочешь, чтобы я вообще свет вырубил? Ну вот, смотрите, я сейчас свет полностью себя убрал. Настолько, что я даже стал розовым. Дверь, вот она. Как я... Фонарик-то так достал. Я что-то вижу. Так вот она, реально, дверь, смотрите, стоит. Но фонарик уже не возле двери прям стоять. Лучшая игра. Чекай тебе фонарик, впереди будет скример. Опа. Конец. Нет. Ой, блядь. Погоди, не играй, не начинай. Пиздец, пиздец, пиздецовый просто. Что с ППСом произошло? Ой, ой, тэджок начался, да? Тэджок начался. Спрингтрап медленный.
Прячься! Блять. Что происходит? Спрингтрап! Да что за... Так, я это, я вот тут-то. Я спрятался. Спринг Фокси. Ага, свети на него, короче, через окно. Понятно. А с ФПСом-то какой пиздец произошел, вы чё? Погоди, это Реагайн. То есть сейчас полностью я страдал буквально только хуйнёй, да? Заебись. Спрингтрап, пул, левел. Ага, когда спрингтрап. Он где-то там, да. Спринг Бонни. По звукам надо прятаться. Вопрос только где? Это фонарик, это фонарик. Отлично. Это он поднимается, это, по-моему, пиздец, не то. Это спрятаться, это я спрятался, все. Может, как Теджоки, погодите. Вот так, оп. Как в Теджок, короче. Давай посмотрим. На меня Фокси рычит. Что происходит? Ну опять Фокси! Опять Фокси! И что происходит? Так, окей. Наверное, что-то постучит тогда прятаться. Хезе. Так, Спрингтрап рандомно идет. Спринг Фокси рандомно идет в твое окно. Ну, это понятно. Спринг Фредди. Медленно поднимается к тебе. Simple pull level. Вот, типа, когда темнота. Step Zones. Прячься. Ладно. Так и чё, свет, все сдох. Ладно, можно открою эту дверь? Ух ты, ёб твою мать. Так, погоди, а всё, у меня лампа сдохла. Так мне охуенно. А это что за дверь? А это что за дверь? Понятно. Это мой рычаг, да? А, тут ничего уже не работает, все. Так ничего не... Так, блядь, они ничего не работают, все, это конец. Тихо. Я тут посижу. У меня дверь открылась? А, у меня дверь открылась. О! Это Фредди. Спрингтрап не успел меня убить. А чё за счёт? Да с какими надо жить-то? Типа, когда эффект появляется на компе, мне надо успеть комп, что ли, перерубить или чё? А, нихера, смотрите. Спрингтрап, Фредди. Так легче, смотрите. А чё за эффекты тогда появлялись у меня? Ну, Спрингтрап, он оборачивается, смотрите, он оборачивается. Так. Что мне делать? Ага, ага, понятно, окей. Так ничего сложного нету. А кто шагает, а никого ж нету. Окей, вот так вот, отлично. Это реально этот джок начался, прикиньте. Так, ну. Ага, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, и чё? Ага, зашибись. Печально только то, что ФПС вообще пиздец. Вот это вот печально. Потому что, мне кажется, могло бы идти лучше. Так, это Фредди. И сейчас надо прятаться. Быстрей. Вот. Там Фокси. Работает, слушайте.
А ведь работает. Фредди. Блин. А до скольки жить-то, алё? Или это все типа, все конец? Так и будет бесконечно. Ну, Бонни вроде пока не надо. Бонни сначала когда много раз шагает. Вот тогда пора. Быстрей, 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 быстрей. Отлично, отлично, отлично. Ой, какой FPS, простите, пожалуйста. Так, спринг-трапчик. Так. Так. Спринг-трап сейчас пойдет. Ныкаемся. Ну-ки, звуки пошли. Фокси, Фокси, Фокси. У нас Федор, еще и Федор, еще и Федор. Давай, давай, давай. Отлично. Этого давай, 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 давай. Отлично. Да. Все. Супер. Так, а че, когда? И, типа все это бесконечная игра, что ли? Я реально что-то не понимаю. Ну-ка, это что? Это температура, но она вообще на месте стоит всегда. Зачем нужна камера за спрингтрапом? Вроде она и не нужна особо, я заметил. Тут еще одна дверь. Зачем она тоже нужна, я не понимаю. Отлично, отлично. Сейчас, короче, спрингтрап еще раз пойдет, тогда пора прятаться. Вот, пора. Чё? Блять, реально что ли, тэджок? Тэджок в 1 FPS, заебись. Всегда мечтал. Реально тэджок, слушайте. Так победить-то возможно? Это неожиданно на самом деле. Так, спринг-трап пока нормально. Пока не паримся. Ай-ай, как лагает, простите, простите за лаги. Я сам не рад таким лагам, но это пиздец, как лагает. Так. Фокси, 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 давай, давай, давай. Отлично, 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 отлично. Быстрей, 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 быстрей. Там Фредди, там Фредди! Быстрей, 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 там Фредди, быстрей, быстрей, быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Мне становится плохо. Фокси, Фокси, еще Фокси. Все отлично. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Давай, 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 давай. Супер. Фух. Я молчу, потому что я напрягаюсь. Вот думал, что какое-то говно будет FNAF, а вот вроде, прикиньте, вроде как бы тот джок какой-то реально. Вот только интересно, когда это все закончится все-таки. Если это вообще заканчивается когда-то. Представить сложно, как я с таким FPS тут играю сейчас. Ау, ау. А может вообще не надо играть? Может надо было что-то искать, я сейчас сижу херню и страдаю какой-то. Сейчас спринг-трап пойдет. Сейчас спринг-трап пойдет, сейчас спринг-трап пойдет. Фокси. Фокси. Быстрее, 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 быстрее.
Да ну нет, да ты гонишь! Хуйня игра, так нечестно, меня тут вообще нету. Там не хватало, наверное, пару минут, мне кажется. Тут рекорд, погоди, тут рекорд, тут нет такого, что тут надо победить, хотя гейм овер все равно. Короче, я не знаю вообще выход, я не знаю, как она проходит или не проходится. В общем, ребята, на этом все, с вами был Кайзер Кот, любовь, пока, удачи, пока.